Дамы и господа, приготовьте свои эмоции. Сейчас начнется настоящая сурва! Я представляю вам участников титульного поединка. И первым бойца, который выйдет на поединок из синего угла. Ему 27 лет. Его официальный вес на данный момент 84 килограмма при росте 182 сантиметра. Его официальный рекорд 39 поединков, 32 победы, 8 из которых одержаны нокаутом при 7 поражениях. Он двукратный чемпион Германии по К1, двукратный чемпион Европы по К1. Под ваши аплодисменты! I'm introducing the fighter in the blue corner. He's 27 years old. His height is 182 centimeters. The official weight fighter is 84 kilograms. His record stands at 39 fights, 32 wins, 8 victories coming by way of knockout and only 7 losses. Two-time German champion in K1. Two-time European champion in K1. The title holder WKF champion of the world from Germany, Anton Bastrow! You wanna know my name, you're going to tell the stars. You wanna know my name, suicide. Его соперник, которому 23 года. Официальный вес на данный момент 84 килограмма при росте 176 сантиметров. В его профессиональной копилке 4 безоговорочных победы. Он двукратный призер первенства Европы и финалист чемпионата Европы. Чемпион России по К1 из города Тверь. Претендент на пояс. Александр Итак, пятираундовый чемпионский поединок за титул. Первый раунд.
когда концовка первого раунда. Друзья, поддержите бойцов! Громче, громче! Дверь! Закончился первый раунд. The second round. Очередной раз. Во-первых, мы совершенно не ожидали, что в предыдущей четверке именно два тверских выйдут. Вернее, ожидали, но не думали, что так произойдет. Че, поздравляем в очередной раз. Еще и вдобавок с чемпионом мира. Чего? Тверь, красавцы, молодцы. Так дальше будем. Нокаутом во втором раунде одержал победу и стал